Всем привет, это FreeStudio 21.com. Продолжаем разбирать тексты из Enterprise Elementary. И Night and Day Around the Milky Way. Сейчас я покажу, где это. Вот оно, это второй юнит, 17-я страница. И наша задача разобрать по возможности текст. И, наверное, Language Development, всю эту страничку постараюсь разобраться, что там за выражения. Возможно, они интересные. Итак, смотрим. Night and day around the Milky Way. День и ночь на Млечном Пути. Every day aboard a space shuttle is different in many ways, but you are always busy up there, said crew member Leroy Chow. When we asked him to tell us about a typical day on a mission in orbit. Каждый день на борту космического шаттла во многом другой, но вы всегда там наверху заняты, сказал член команды Лерой Чао, когда мы спросили его, попросили точнее его, рассказать нам об обычном дне космического полета на орбите. Итак, что мы здесь имеем интересного? Ну, every day ясно. Aboard a space shuttle. На борту космического шаттла. Ну, Space Shuttle, ясно, космический шаттл. Вот это aboard, это то, что у нас на борту. Обратите внимание, что у нас есть предлог. У них этого предлога нет. Далее, is different, но здесь все ясно. In many ways, во многом. Поэтому, когда переводим, лучше всего начать с вот этого во многом, а потом уже сказать different. Во многом другой или иной. Слово different можно переводить как разное, можно переводить иной. Тоже как вариант. Different, иной, другой. Каждый день не похож на другой. Можно и так сказать. И далее. You are always busy. Но здесь все ясно. Up there. Это можно просто перевести как там. Ну, в смысле в шаттле. Но можно перевести и как там наверху. Так, дальше. Crew member, член экипажа. Так, ну здесь в принципе все ясно. И дальше. On a mission in orbit. Обратите внимание, мы говорим на орбите, в английском языке в орбите. И on a mission, в полете, в космическом полете имеется в виду. У них космический полет называется mission. Мы говорим вы, они говорят на. Мы говорим на, они говорят вы. Вот такая интересная штука. Едем дальше. Good morning. Every morning, Mission Control wakes the crew up with the music at exactly 6:41 p.m. CST, Central Standard Time. That's the same time that people in Chicago use. The pieces of music are always different. After that, they have a couple of hours to wash, have breakfast, and get the morning messages from Mission Control. Washing isn't easy in space, and it's impossible to have a shower, so the crew wash themselves with a wet sponge. Shaving is also a difficult task up there, so the men have to use special space razors. Итак, что мы имеем здесь? Каждое так называемое утро Центр управления полетов будет экипаж музыкой точь-в-точь в 6:41 вечера центрального стандартного времени. Это то же самое время, по которому живут люди в Чикаго. Музыкальные произведения каждый раз другие. После этого у них есть пару часов на то, чтобы умыться, позавтракать и получить утреннюю почту от Центра управления полетов. Умывание – нелегкая задача в космосе, и невозможно принять душ, поэтому команда умывается и моется мокрыми губками. Бритье – также трудная задача, поэтому мужчины используют специальные космические лезвия. Итак, что мы имеем здесь? Значит, Mission Control – Центр управления полетом. У нас это называется ЦУП – Центр управления полетом. Далее, wake, будить. Значит, wake, здесь обратите внимание, стоит со словом up. Здесь посередине стоит дополнение, crew. Значит, будят экипаж или будят команду.
Далее, чем будет? Музыкой. Вот это with его можно не переводить. Но оно делает музыку из именительного падежа в творительный падеж переставляет. Это with и by характерные предлоги для творительного падежа. Поэтому будет чем музыкой. Вот так вот. Далее, at. At относится к вот этому времени. Exactly это вставное слово, его можно было бы игнорировать, но exactly в данном случае это точно. 6:41 PM мне показывает на то, что это вечер. То есть это время с 12 дня до 12 ночи. PM это с 12:00 до 24:00. А есть еще AM, то это с 24:00 до 12:00. То есть с 12 ночи до 12 дня. Далее, центральное стандартное время, или центральный часовой пояс, это в США. Далее, ну, в принципе, здесь все ясно. Далее, the pieces of music, музыкальные произведения, если дословно, кусочки музыки. Так, музыкальные произведения всегда разные, здесь слово different уже разный, в отличие от different в первом абзаце, там было иной. Ну, можно, в принципе, тоже сказать иные, ну, это уже по желанию пользователя. Далее, после этого, after that, здесь все дословно, couple of hours, пару часов. Далее, get the morning messages, получить, get это получить в данном случае, утренние сообщения, слово message, сообщение. И опять центр управления полетом, ЦУП. Washing, умывание или мытье в самом общем смысле слова, это можно и мытье перевести. Так, ну, в принципе, здесь все ясно. Impossible, невозможно, мне негде это писать. Have a shower, принять душ. Так, умываться, вот это мыть себя, если дословно, или умыть себя. Мыться, умываться. Wet sponge, мокрая губка, мочалка. Все знают Спонж Боб, губка Боб. Ну вот оно, спонж, здесь губка. Далее, difficult task. Task это задача. Ну и в принципе здесь все ясно. Razor это лезвие для бритья. Shaving, бритье. Ну и в принципе больше ничего интересного здесь нет. Едем дальше, следующий абзац. Let's get busy. At around 4:45 p.m. CST, the crew starts work. Most of the time, they work on projects involving satellites and the shuttle itself. They also take photos of their activities and the view from the shuttle to send home. Each day, there are also 2 6-hour spacewalks. We have between 8 and 10 minutes to do each task, says Leroy. So we have to work very closely and help each other. The crew take a short break for lunch during the afternoon. According to NASA, the crew's special meals are tasty and very good for them. After lunch, they go back to work until around 8:45 a.m. CST. Примерно в 8:45 вечера по центральному стандартному времени экипаж начинает работу. Большую часть времени они работают над проектами, в которых задействованы спутники и сам шаттл. Они также делают фотографии своей деятельности и вида из шаттла, чтобы отослать это все домой. Каждый день у них 2 выхода в открытый космос в течение 6 часов. У нас от 8 до 10 минут на каждую задачу, говорит Лерой, поэтому мы должны работать очень тесно и помогать друг другу. Ну или сотрудничать очень тесно и помогать друг другу. У команды есть короткий перерыв на ланч во время так называемого полудня. Согласно НАСА, специальное меню у команды очень вкусное и полезное для них. После ланча они возвращаются к работе и работают до 8:45 утра центрального стандартного времени.
Что у нас интересного здесь? Значит, around – это примерно, около. То есть, это не обязательно точно в 8.47, но примерно в 8.45, там, около 8.45. At относится ко времени. Значит, в 8.45 вечера, вот это вечера, они начинают работать. Значит, most of the time – большую часть времени. Далее, они работают над, work on, работать над. Значит, работать над проектами, вот так вот. Работать над чем? Над проектами. А дальше involving. Involving, если дословно, использующие. То есть над проектами, которые используют. Или над проектами, в которых задействованы спутники. То есть это не они используют, а в проектах используются. Далее satellites, спутники. Shuttle, сам. Значит, здесь лучше всего перевести сначала itself, а потом уже shuttle. И сам shuttle, вот таким вот образом. Далее take photos, делать фотографии своих занятий. Activities, занятий. То, чего они делают. И view from shuttle, вид с шаттла. То есть на землю, скорее всего. Хотя, возможно, и не на землю, возможно, еще на что-то. Далее, ну, здесь, в принципе, все ясно. Spacewalk. Spacewalk – это выход в открытый космос. Космическая прогулка, если дословно. У нас от 8 до 10 минут, чтобы сделать, вот это to do, чтобы сделать каждую задачу. Или осуществить каждую задачу. Далее, work very closely. Сотрудничать или тесно сотрудничать. Take a short break. Если дословно брать короткий перерыв или просто иметь перерыв. Слово break – это перерыв, собственно говоря. Так, далее according to – согласно. То есть в смысле как говорят. То есть как говорят в NASA или согласно NASA. Значит, если вы не знаете, как расшифровывается NASA – National American Space Agency. Национальное американское космическое агентство. Далее, special meals, специальная еда или специальное меню. Ну, я скажу еда, чтобы не морочить голову. Так, ну и в принципе здесь больше ничего интересного. Go back to work, возвращаются к работе или вернуться к работе. Ну, здесь возвращаются к работе вообще-то. К работе. И дальше слово until. Пока не наступит 8.45 утра. Вот таким вот образом. Едем дальше. Следующий абзац. Astronauts need to rest too. Астронавтам тоже нужно отдыхать. Fortunately, it's not all work and no play aboard the space shuttle, says Leroy. Most of us read and send our personal email in this free time. But we also like to read books or listen to music. Sometimes we sit by the window and admire the earth and the stars. After that, at exactly 10:41 a.m. CST, it's time to for the crew to go to bed while mission control and the shuttle's computers take over for the night. Итак, что мы имеем здесь? К счастью, на борту шаттла не только работают, но и отдыхают, говорит Лерой. Большинство из нас читают или отсылают свою личную электронную почту в свободное время, но мы также любим читать книги или слушать музыку. Иногда мы сидим возле окна наслаждаемся видом Земли и звезд. После этого точно в 10.41 по центральному стандартному времени время команде идти спать, когда центр управления полетом и бортовые компьютеры шаттла переключаются в так называемый ночной режим. Итак, что мы имеем здесь? Слово fortunately, к счастью. Далее очень интересное выражение вот это. It's not all work and no play. Когда говорят all work and no play, вот такое вот. Можно переводить только работа. Если дословно, только работа и никакой игры. Значит, опять aboard у нас повторяется. Значит, на борту не только работа. Далее, ну здесь в принципе все ясно. Personal email.
персональная или личная электронная почта. Free time – свободное время. Так, ну здесь все в принципе ясно. Sit by the window – сидеть возле окна. Сидеть у окна. Обратите внимание на предлоги. Далее admire – восхищаться, наслаждаться. It's time for the crew to go to bed. Время команде идти спать. Когда? Ну и в принципе здесь все понятно. Shuttle's computers. Имеется в виду бортовые компьютеры шаттла. Take over for the night. Значит, переключаются в ночной режим или, будем говорить, берут на себя управление на ночь. Вот так вот. Take over. Берут на себя. Вот я напишу так. Это будет точнее, это будет правильнее. На себя все функции шаттла и все такое, поскольку команда спит. Вот таким вот образом. Текст маленький да удаленький, очень много интересных слов. Кому интересна тема космос и все, что с этим связано, я думаю, лексика просто бесценная. Я обязательно сделаю раздел Language Development, поэтому, если вам это интересно, смотрите дальше. Ссылку на Language Development я поставлю в описании этого видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.